Кати на международном кинофестивале в Торонто, Руанда, 1994 год. Меня зовут Пол Руси Сабагина, я главный менеджер самого роскошного отеля в столице Руанды, страны, которую мы с радостью считали нашим домом, до того дня, пока все не изменилось. Папа, солдаты, на улице. Основано на реальных событиях. Они убивают всех подряд. Это резня. Здесь сейчас войска ООН. Мы здесь для поддержания порядка, а не для установления мира. У нас проблемы на входе. Это четырехзвездочный отель, а не лагерь для беженцев. У меня нет возможности защитить этих людей. Когда страна погрузилась в безумие... Они убивают детей из племени Тутси, чтобы истребить следующее поколение. И мир отвернулся от них. Почему они не вмешиваются? Сотни тысяч людей погибают. Если бы они увидели это, они бы сказали: «О боже, это ужасно», а затем продолжили бы обедать. Человеку пришлось сделать выбор. Все белые живы, даже солдаты ООН. Ни одна сверхдержава, никто из тех, в кого ты верил, Пол, не остановит резню. Нас предали. Нам никто не поможет. Только мы сами можем спасти себя. United Artists представляет: правдивая история человека, который пытался сделать невозможное. Я не могу оставить этих людей погибать. Чтобы спасти каждого, он мог. Они говорят: вы руководите резней. Ты скажешь мне правду. Я ничего им не скажу, если вы не поможете мне. И создать место. Заходите в отель. Где живет надежда? Ты хороший человек, Пол. Мы должны помочь друг другу. Только это позволит нам выжить. Отель Руанда.